Прабуди из Кыргызстана, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня воскресенье, 23 марта, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь? Давайте обратимся к Богу сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Новый день начинается, и мы благодарим, мой Бог, Тебя за сегодняшний день. Благодарим, мой Бог, Тебя за дыхание жизни, за здоровье, за то, что Ты, мой Господь, всегда с нами и никогда нас не оставляешь. Спасибо, мой Бог, Тебе. Мы просим, благослови, Господь, сегодняшний день. Иди, мой Бог, впереди каждого из нас, для того, чтобы направлять нас, помогать, мой Бог, нам. Пусть, мой Бог, в нашей жизни будет исполнена воля Твоя. Направь, мой Бог, нас. Помоги, мой Бог, нам. Мы отдаем всю нашу жизнь Тебе, все, что нам нужно делать сегодня, все отдаем в Твои святые руки и верим, мой Господь, что с Тобою у нас все будет хорошо. Не будем бояться, не будем переживать, но будем доверяться Тебе во имя Господа Иисуса. Мой Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нас, мой Бог, вокруг нашей семьи, наших друзей, защити нас от аварии, катастрофы, от проклятия, от зависти, от всего негативного. Мой Бог, мы отдаем Тебе нашу жизнь и по вере провозглашаем, что сегодняшний день для нас, для нашей семьи будет благословенным во имя Господа Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, за нашу страну, и просим, благослови, Господь, Кыргызстан, благослови, мой Господь, нашу землю, да будет, мой Господь, во имя Иисуса Христа, да будет, мой Бог, спасение Твое, защита Твоя в нашей стране. Пусть у людей появится желание прийти в церковь и обратиться к Тебе. Мы также молимся за другие страны, мой Господь, мы просим сейчас, чтобы Ты защитил Твой народ. Сейчас люди из разных точек этого мира молятся с нами. И мы просим, чтобы Ты их защитил, чтобы Ты их благословил во имя Иисуса Христа. Мы молимся, мой Бог, за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. И просим, мой Господь, чтобы Ты, мой Бог, защитил тех людей, которые находятся в опасных местах. Это наша молитва, мой Господь, Тебе во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, молитесь со мною. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава Богу! Аминь! Дорогие друзья, будьте уверены в том, что наша молитва была услышана Господом, и что Он уже благословляет каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь! Вы верите в эту молитву? Вы верите в это? Слава Богу! Дорогие друзья, я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Обратите, пожалуйста, ваше внимание, в Библии написано вот так. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Это послание к евреям, 11 глава и 8 стих. «Не у всех, кто называет себя верующим, и есть вера. Есть те, кто говорит, что у них нет веры, но на самом деле она у них есть, несмотря на то, что у веры есть свои тайны и секрет, дорогие друзья. Одно точно, кто живет по вере, тот не зависит от чувства, его поступки не зависят от того, что он чувствует, он принимает решение, слушая Божий голос». Вот так. Это послушание показывает, определяет и характеризует нашу веру. Дорогие друзья, как произошло с Авраамом, написано «верою Авраам повиновался». Да? Заметьте, что его вера сопровождалась послушанием. Да, Авраам поверил, дорогие друзья, в обетование и пошел, не зная куда. Вы знаете, написано в Слове Божьем, что однажды, дорогие друзья, однажды человек пришел к Иисусу, да? И тогда Иисус сказал: «Иди, твой слуга уже здоров». И написано в Библии, что он пошел, он поверил Слову. Вот вера, вот вера. Авраам поверил в обетование и пошел, не зная, куда идти. Вы знаете, жизнь многих, в кавычках, христиан, находится под проклятием, потому что они, дорогие друзья, хоть и верят в то, что написано, но не послушны Слову Божьему. Непослушание было, вы знаете, есть и продолжает являться причиной проклятия, страдания. Нет проявления веры без послушания. Так же, как нет послушания без поступка веры. Тогда будьте послушны Слову Божьему, вы будете проявлять свою веру, и вы увидите, как Бог позаботится о вашей жизни. Все у вас будет хорошо. Аминь? Вы верите в это? Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. Дорогие друзья, если это слово вам помогло, пожалуйста, ставьте лайк, чтобы YouTube предложил эту молитву другим людям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, и в комментарии добавьте вот эту фразу. Именно послушание показывает, определяет и характеризует веру. Я буду послушным, и Бог позаботится о моей жизни. Аминь? Слава Богу! Дорогие друзья, мы вас ждем сегодня в Центре помощи Кыргызстана служения «Вера и чудес». Сильную молитву за вашу семью мы совершим, за спасение ваших родных не пропустите. Мы будем искать Духа Святого. Принесите бутылочку с водой, чтобы мы освятили, хорошо? И если вы живете далеко от нас, онлайн-служение в 10 утра вы можете посмотреть здесь, в YouTube. Пусть Бог вас благословит обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед, дорогие друзья. Будем послушными нашему Господу. Как слышал Авраам голос твой, так я теперь смиряюсь пред тобой. Я выйду Thank you.
что есть.